Может ли героизм, проявленный на поле боя, обернуться в итоге угрозой тюрьмы? Остановить боевиков, выполнить задачу и спасти товарища ценой жизни. 25 лет прошло с Первой Чеченской войны. Но штурм Грозного и последовавшие за ним события – это все такой же болезненный шрам на истории России. События, которые невозможно забыть и о которых не хочется говорить. Это стыд перед теми, кто погибал в аду, пока вся страна веселилась, встречая Новый год в ночь с 1994 на 1995 год. Штурм Грозного – это негодование в отношении политиков и военачальников, которые бросили неподготовленных молодых ребят на гибель. Штурм Грозного и события декабря 1994 года и января 1995 – это история России, которую следует помнить, чтобы никогда больше не допустить столь чудовищных и преступных ошибок. В топке этой истории сгорели многие судьбы, и сегодняшний наш выпуск посвящен именно этому. Приветствую на связи Нью-Солдат, и мы начинаем с истории о непризнанном подвиге простого сибиряка по имени Сашка. Знакомьтесь, командир отделения сержант Сашка. Так его называл даже командир роты. К сожалению, обратиться к нему официально не получится. В этой истории герой имеет лишь имя. Отчество и фамилия остаются неизвестными. Друзья, если после просмотра нашего сегодняшнего выпуска вы поймете, что знали этого человека, то в комментариях под видео расскажите о нем, как звучит его полное имя, как сложилась его жизнь после описанных событий. Давайте вместе расскажем о забытом герое. А пока продолжим. То, что известно о сержанте Сашке, так это то, что он из сибиряков, охотник из-под надыма. Но вопреки сложившемуся у многих представлению о сибиряках, наш герой был не огромным парнем, косая сажень в плечах. Нет, он был маленьким. Сразу же после прибытия в Чечню он вместе со своей группой ушел на задание. Спустя 3 дня снайперы вернулись. Сашки среди них не было. А одного они принесли 200-м. Солдаты сидели у костра и смотрели на огонь. Выпили за того парня, а за Саню пить не стали. Парни сказали, что он остался на крыше, когда в нее попал снаряд, но тело его так и не видели. Через несколько дней они ходили в заводской район к речке Сунже, после чего рассказали, что наш снайпер работает по противнику. Видели двоих убранных у реки. Потом, еще через несколько дней, разведчики рассказали, что кто-то их спас, убрав 3 бородачей. Наши загорелись в БМП, а боевики огнем не давали вылезти из машины. Но несколько выстрелов, и они затихли. 3 потом нашли у окон 5-этажки. Танкисты также говорили, что им рассказывали спецназовцы. Их спас некий снайпер, который прикрывал их отход в центре, недалеко от дворца президента. Потом вражеский снайпер не давал подобрать раненого солдата, ранив еще одного. Но и его кто-то снял, тоже недалеко от дворца в центре. Интересно то, что никто не мог сказать, что за российский снайпер работает в Грозном. Но было предположение, что это именно Сашка. Тело его не нашли, но и на связь он не выходил. Спустя время подозрения подтвердились. Через 3 недели он вернулся, весь бледный, заросший, со сбитыми в кровь пальцами. Всего за 3 недели отсутствия он отработал 22 единицы противника. Сашка рассказал, что его действительно привалило крышей от выстрела чеченского РПГ. Но он выбрался и затаился в соседней комнате. За ним пришли духи, но удалось их убрать при помощи ТТ с глушителем, который имелся в кобуре. Это были первые 2 трофея. Потом он отправился в центр, где думал найти своих, но никого не обнаружил. Зато помог спецназовцам огнем выбраться из ловушки. Они поделились сухпаями и консервами. Сашка решил пробираться к своим, но не так все было просто. За ним началась охота. Пока он перемещался от дома к дому, от подвала к подвалу, удалось помочь огнем нескольким российским отрядам и убить 2 снайперов противника. Через 2 недели следил за нашими морпехами и нарвался на отряд боевиков из примерно 40 человек. 7 убрал на месте, а остальные начали охотиться на него. Были там хорошие профи, еле ноги унес. Добрался к своим. Думал отоспаться, отмыться, поесть и отправиться на следующее задание. Но вызвали его в Ханкалу, в штаб. Завершилась эта история, вопреки всем ожиданиям, не словами благодарности и заслуженной награды. Да, командир части послал документы на награждение Александра орденом. Они ушли в Москву, но эффект получился прямо противоположный. Чиновники из генштаба обвинили Сашку в том, что он работал, вызывая противника на живца.
то есть обвинили его в том, что он специально использовал наших солдат, чтобы выманить врага. Никаких дел против него не заводили, но наград никаких не дали. Что потом было с Сашкой после службы, неизвестно. Все потерялось в тумане 90-х годов, которые назывались шальными. Поэтому, друзья, если вы хоть как-то можете рассеять его, то обязательно сделайте это в комментариях под видео. А мы пойдем дальше и расскажем историю другого Сашки, точнее, Александра Игоревича Пегишева. 12 января 1995 года, спасая товарища, выкопал штык-ножом в асфальте окоп и сутки отбивался от террористов. Итак, Александр Игоревич Пегишев. Помощник начальника разведки 21-й отдельной воздушно-десантной бригады воздушно-десантных войск. Майор, Герой Российской Федерации. Родился 2 октября 1962 года в селе Сальник Калиновского района Винницкой области Украинской ССР. Окончил среднюю школу, поступил в Винницкий медицинский институт, но учился там только год. Вооруженные силы СССР призван на службу в ноябре 1980 года. Проходил срочную службу в воздушно-десантных частях в Сибири, стал командиром отделения. Принял решение связать свою жизнь с армией и в 1982 году поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени Кирова, успешно окончив его в 1986 году. После окончания училища командовал взводом в 57-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. С 1990 года заместитель командира роты и командир роты 21-й отдельной воздушно-десантной бригады. С 1991 помощник начальника разведки 21-й отдельной воздушно-десантной бригады. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, в локализации межнациональных конфликтов в Алма-Ате, Ереване, Нагорном Карабахе, Баку, Тбилиси. В боевых действиях в период Первой Чеченской войны участвовал с декабря 1994 года. В распоряжении майора Пегишева имелась разведгруппа в 68 наиболее подготовленных бойцов. Действуя отдельными группами, разведчики вели разведку и диверсионные операции в расположении дудаевских формирований. 1 января 1995 года во главе разведгруппы майор Пегишев прорвался в район железнодорожного вокзала Грозного, где была окружена и понесла тяжелые потери Майкопская мотострелковая бригада. Разведчики пробили коридор главным силам и обеспечили эвакуацию раненых мотострелков. При неудачном штурме президентского дворца в Грозном 12 января 1995 года для проникших глубоко в тыл врага разведчиков создалась опасная обстановка. Они были обнаружены противником. При очередном броске под шквальным огнем в том тяжелом бою был дважды ранен и отрезан от своей группы. В тылу врага встретил тяжело раненого лейтенанта Александра Думчикова. Не имея возможности укрыться в зданиях, оказавшись на простреливаемой площади, выкопал штык-ножом в асфальте окоп на двоих и в нем еще почти сутки отбивался от стремившихся захватить их боевиков. Когда окончились боеприпасы, под огнем собрал их у убитых им боевиков и продолжил бой. Ночью все-таки сумел вытащить Думчикова с площади, но при попытке вынести его в расположение российских войск получил еще одно ранение. Укрыл товарища, самостоятельно нашел российские подразделения и привел их на выручку. Всего провел в боях в Чечне 4 месяца, в боях был трижды ранен. Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, майору Пегишеву Александру Игоревичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Продолжил службу в рядах российской армии в той же должности. В 1998 году направлен на учебу в академию. Окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации в 2000 году, Академию государственной службы при президенте России. С 2000 года офицер оперативного управления в главном штабе ВДВ. С того же 2000 года офицер отдела боевой подготовки главного штаба ВДВ. В 2003 году полковник Пегишев уволен в запас. Работает генеральным директором ЗАО «Инвестпроект» в Москве, также председатель Союза Героев Российской Федерации. В декабре 2007 года избран депутатом парламента Республики Северная Осетия Алания от партии «Справедливая Россия». Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Вот такие разные судьбы. Друзья, как вы считаете, что в действиях нашего первого героя было в корне неверно? Из-за чего вместо заслуженной награды, в отличие от Александра Пегишева, он получил в свой адрес одни лишь обвинения?
Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео. А мы продолжим и расскажем еще немного о наградах и героях. За бои в Грозном, единственный раз после Великой Отечественной, к ордену мужества представили все подразделение. А пять офицеров стали героями России, в том числе и комбат-подполковник Святослав Голубятников. В первую чеченскую кампанию при штурме Грозного, захватив плацдарм в районе железнодорожного вокзала, находясь почти в полном окружении, десантники отразили 17 атак противника и не сдали позиций. По имени комбата 3-й батальон 137-го Рязанского парашютно-десантного полка стали называть «батальон славы». Это была не первая горячая точка Святослава Голубятникова. В Афганистане он командовал 1-й ротой 345-го отдельного парашютно-десантного полка. И там один из сложнейших этапов боевой операции на границе с Пакистаном был назван в честь капитана Голубятникова «дерзким голубем». За смелость и проявленное мужество он был награжден 2 орденами Красной Звезды. Но давайте все по порядку. Командир 3-го батальона 137-го Рязанского парашютно-десантного полка подполковник Святослав Голубятников понимал, что без вооруженного разрешения конфликта в Чечне не обойтись. Поэтому на очередных ротных тактических учениях, которые должны были пройти в конце октября, планировал отработать задачи по ведению боя против хорошо вооруженных и подготовленных бандформирований. Но представитель вышестоящего штаба не поддержал комбата. «Что за панические настроения?» – услышал Голубятников. «С Дудаевым ведутся переговоры. О введении войск в мятежную республику в ближайшее время речи не идет. К тому же считалось, что у чеченских бандформирований весьма низкий боевой потенциал. В результате учения прошли не в лесистой местности, а на хорошо знакомом десантникам полигоне по облегченной программе. А уже через месяц их батальон подняли по тревоге. До этого мы жили в обычном режиме. На подготовку нам отвели всего 2 дня, рассказывает Святослав Николаевич. В срочном порядке стали готовить технику, вооружение, запасы материальных средств. Моему батальону придали порядка 30 человек, которые вообще не занимались боевой подготовкой. 1 декабря составили списки, встали в колонны, прибыли на аэродром, где нас ждали самолеты Ил-76. Через 2 часа уже были в Моздоке. 11 декабря началось наступление. При штурме Грозного, захватив плацдарм в районе железнодорожного вокзала, находясь почти в полном окружении, десантники отразили 17 атак противника и не сдали позиций. «Я уже начал волноваться, что у меня могут возникнуть проблемы с боеприпасами», — говорит Святослав Голубятников. «А 3 января мы узнали, что нас всех приставили к наградам. За бои в Грозном героями России стали сам комбат Голубятников, начальник штаба полка подполковник Глеб Юрченко, командир 9-й парашютно-десантной роты капитан Александр Борисевич, командир разведроты старший лейтенант Михаил Теплинский, командир самоходной артиллерийской батареи капитан Александр Силин. А весь батальон, все 184 человека, был представлен к ордену мужества. Я считаю, что самой высокой награды заслуживали также Александр Холод и Сергей Кувшинов. Мой замполит Саша Холод воевал в 9-й роте вместо погибшего командира взвода Андрея Волкова, был в самом пекле. А начальник штаба батальона Сережа Кувшинов вообще был моей правой рукой, летал под пулями в самые трудные места, туда, куда я его посылал. Десантники держали оборону почти 4 суток. 4 января, когда удалось расширить плацдарм, к ним подошло подкрепление. К нам пробился мотострелковый батальон из Владикавказа. Они организовали нам в тыл коридор, вспоминает Святослав Голубятников. Едва успев передохнуть, рязанские десантники вновь оказались в самом пекле боев. Через пару дней уже заняли поликлинику, а потом и здание Чеченского департамента госбезопасности. Комбат Голубятников еще с войны в Афганистане старался сберечь жизнь каждого своего бойца. Его отец в Великую Отечественную войну прошел путь от рядового солдата до лейтенанта, был командиром стрелковой роты. Он с горечью рассказывал сыну, что на фронте жизнь солдатская мало ценилась, а те командиры, которые грамотно воевали, у которых были небольшие потери, намного реже представлялись к наградам и выдвигались на вышестоящие должности. Именно тогда Святослав дал слово отцу стать настоящим офицером и воевать без потерь. В январе 1995-го в Чечне комбат столкнулся с тем, что командование требовало брать объект за объектом любой ценой, не считаясь с потерями. Стоя перед Сдвал за Сунжей, прошел путь до Аргуна.
В левом кармане на груди у комбата лежали серьги жены, которые она оставила мужу, когда навещала его в Чечне. Они стали талисманом. Когда Святослав Голубятников посылал роту в бой, прикладывал ладонь к левому карману. Еще в 15 лет он придумал себе девиз жизни – честность, справедливость, здравый смысл. Этому учил и подчиненных. Офицеры батальона Голубятникова отказывались уезжать из Чечни, пока не сменятся те 56 оставшихся солдат, что были с ними с начала войны. А вы, друзья, как бы поступили на их месте? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить то, что прямо сейчас мы для вас готовим. Оставайтесь на связи. Скоро увидимся.